Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и сегодня мы с вами обсудим такую новость, как новое дополнение в Hearthstone. Большой турнир начнется в августе. Что ж, это опять большое обновление, которое очень радует разработчики. Давайте почитаем. Так, отполируйте доспехи до блеска, купите скакуну новую упряжь и выберите копия покрепче. Триумфальный выход второго по счету дополнения для Hearthstone под названием «Большой турнир» состоится совсем скоро. Окей. Встреча героев. Бесчисленные рыцари со всех концов Азерота собираются, чтобы сразиться на славу и признание. Большой турнир был организован Серебряным Авангардом много лет назад, чтобы выявить героев, готовых бросить вызов самым грозным злодеям Азерота. Теперь, когда в заледенейших северах землях стало не так опасно и немного потеплело, большой турнир превратится в развлекательное мероприятие. Огры, пираты, драконы и даже мурлоки отправились на турнир своих лучших бойцов. Им не терпится покрасоваться на публике, показать, из какого теста они сделаны, и от души повеселиться. Так, что больше всего радует, так это 132 новых карты, ребят, это очень круто, 132 новых карты. Вот, это как-то неожиданно все произошло, в принципе, август через неделю, через 8 дней. Вот, а я как бы 25 бустеров купил за игровые деньги. Блин, надо было лучше все-таки оставить. Ну, хотя, в принципе, я не переживаю. Мне, в принципе, ну, там хорошие карты выпали. Так что будем копить, постараться как можно больше накопить денег. И вам всем советую копить игровые деньги, чтобы купить новые карты. Так, давайте рассмотрим карты. Так, в дополнение насчитывается 132 новых карты. Это заклинание, оружие и ряд знаменитых героев Азерота, которые с радостью станут под вашим знаменем. Ниже вы найдете применение карт, которые появятся на большом турнире. Давайте посмотрим. Так, озерное дело. Уф, ребята, это просто эпик. Это что-то очень новое и очень крутое. Ваша сила героя стоит одну ману. Вы представляете себе? Офигеть. Это, блин. Эта карта будет очень играбельная. Допустим, разыграв ее. Ну, это будет очень круто. Я сейчас вам покажу. Вот. Во-первых, ну, она уже, то есть, со своим способностями. Вы представляете, заклинание будет стоить одну ману. То есть, разыграв ее и заклинание, вы всего лишь 5 кристаллов потратите. А если она будет сочетаться еще дракон Хладары, вы можете использовать силу героя сколько вам угодно раз. Вы представляете, если они выживут, вот эти две карты, разыграв их, то, блин, в следующем ходу можно 10 раз использовать силу героя. Я просто не представляю, как это будет выглядеть, но это будет очень круто. Допустим, чернокнижник может взять 10 карт. Жесть. А, ледяной великан стоит на одну ману меньше за каждое использование вашей силы героя в течение этого матча. Думаю, тоже будет играбельно, то есть ее будет смысл держать в руке, так как использовав заклинание 10 раз, ну, силу героя 10 раз использовав, вот, она будет стоить 0 всего лишь. Но я думаю, раза 3-4 точно вы будете использовать, так что за 6 маны, ну, даже 5 раз используйте, за 5 кристаллов такое существо будет 8-8, тоже очень круто. А, на изготовку. Вы кладете в руку случайную карту охотника за каждое заклинание, разыгранное вами на этом ходу. Ну, тоже, да, в принципе, охотник сможет там 2-3 карты взять, если будет использовать заклинание. Тоже. Тоже неплохо будет, я думаю, применяться. Почему бы и нет. А, вот, тоже очень необычное. Крак Поднебесный. Это пират. Так, рывок стоит на одну ману меньше за каждого пирата под вашим контролем. Ну, допустим, даже, ну, хотя бы нужно, чтобы два пирата было, тогда, в принципе, за 5, 4, 6 это будет очень хорошо, плюс рывок. Это очень круто. Так, поиски вдохновения. Большой турнир, настоящий эталон дружеских соревнований. Кроме того, это еще и отличная возможность добавить в свою коллекцию целые отряды благородных воинов. Воодушевление. Новая способность существ. Кстати, воодушевление. Вот
новая способность, я сейчас вам расскажу от своих слов. То есть, использовав силу героя, это, ну, ваша разыгранная карта, она будет использовать свой навык. То есть, эта карта будет использовать свой навык воодушевления, и воодушевление будет что-то давать вам. Давайте посмотрим. Так, которые появятся в дополнении большой турнир для Hearthstone. Эта способность срабатывает, когда игрок использует силу героя. При этом эффекты могут быть самыми разными. Некоторые примеры вы найдете ниже. Давайте посмотрим два примера. Допустим, скромный оружейниц. Воодушевление получает плюс один к атаке. То есть, разыграв свою силу героя, у него уже будет 2-2, потом 3-2, потом 4-2. Тоже круто. Тоже будет хорошая карта, очень играбельная. Так, стат рыцарь Нексуса. Воодушевление вы кладете в руку случайное заклинание. Вот, но это тоже из таких карт, как непредсказуемых. Она может как и пригодиться, так и нет. Но она будет очень интересна, это факт. Я думаю, тоже люди будут играть ей. Дополнение большого турнира выйдет в августе 2015 года для платформ Windows, Mac OS, Android. Так, наборы карт большого турнира можно будет приобрести во внутриигровом магазине за золото или настоящие деньги. При этом стоить они будут столько же, сколько и любые другие наборы карт. Как и в случае с предыдущим дополнением и приключением в Hearthstone, карты большого турнира начнутся попадаться вам при составлении колод на арене уже в день выхода дополнения. При этом наличие их в вашей коллекции не обязательно. Новые игровые классы... А, новое поле тоже классовое. Давайте посмотрим. Так, сейчас я сделаю поменьше. Вот такое вот поле. Очень крутое. Будет интересно посмотреть. Так, большой турнир добавит в игру новое задорное игровое поле. На этом поле вы найдете все необходимое, чтобы провести турнир без сучка и задоринки и получить максимальное удовольствие. Изменение наград на арене. После выхода дополнения «Большой турнир» за участие в боях в режиме арены игроки смогут получать не только комплекты карт гоблинов и гномов. Всем участникам в боев будет предоставлена возможность разжиться комплектами из дополнения «Большой турнир» и «Гоблины и гноми» или классическими комплектами карт. Предзаказ комплектов «Большой турнир». Так, ну это в честь скорого выхода дополнения «Большой турнир». Мы подготовили особый подарок, начиная с этой недели. Игроки смогут приобрести 50 комплектов карт набора «Большой турнир» по специальной цене. Вот вы видите, так, все оформленные предзаказы получают подарок — удивительную рыцарскую рубашку для карт, которую можно будет воспользоваться немедленно. Новые комплекты можно будет вскрыть только после начала большого турнира. В общем, не подглядывайте. Сделать предзаказ дополнения можно только один раз и только до выхода дополнения. Собирайтесь силами героев. Соберись силами, герой. Так, посетите официальный сайт. Так, дополнение большой турнир. С первыми оцените новые карты. Собирайте соратников и голосуйте за то, чтобы открыть новые карты. В их числе могут оказаться и легендарные. Почаще заходите на сайт и не забывайте голосовать. В течение недели вы можете увидеть сразу несколько новых карт. Вперед! Обсудите новые карты в социальных сетях. Обсудите новые карты в соцсетях. В социальных сетях вы можете, воспользовавшись хэштегом. Вот там, смотрите. Так, ликующие зрители ждут вас. Невероятное удивление. Ликующие зрители ждут вас. Невероятно увлекательный большой турнир стартует в следующем месяце. Только, ну, еще не факт, что он будет в начале, так что я думаю, есть смысл подкопить игровые деньги. Вот, я не знаю. Я советую максимально подкопить. Ну, может быть, вполне возможно, ну, 10 точно можно будет заработать, я думаю. Тысячу золотых монеток, игровых денег, я думаю, можно заработать. Но если постараться, можно и, не знаю, две попробовать заработать. Так, 100, ну да.
В общем, с вами был Дарит, ребят. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, вы мне этим очень поможете. И подписывайтесь на мой канал, впереди еще будет много интересных игр. Мы проходим на моем канале, ведем прохождение всевозможных игр. Обязательно будут обзоры на большой турнир. Это прям 100%. Вот. Ну а пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока. Если что-то я не так сказал, пишите в комментариях. У меня бывает. Ладно, пока.